Генеральный подрядчик строительства нового международного аэропорта Пермь определен официально. Возведение аэровокзального комплекса в Перми займется екатеринбургская компания «Альфа-Строй». В ее послужном списке, например, строительство аэропорта Кольцово в родном городе. По словам генерального директора компании, к работам планируется приступить уже в ближайшие недели. Мы планируем выйти до конца сентября на площадку, приступить к забивке пробных свай, ну и к выполнению работ по организации строительной площадки, забор, дороги временные. И уже непосредственные работы начнем в октябре по фундаментам, по забивке свай, по земляным работам. Подписание договора подряда гарантирует исполнение обязательств со стороны подрядной организации и со стороны инвестора. А значит, 1 декабря 2017 года в Перми должен заработать новый аэропорт. Это говорит о том, что мы приступили к следующей фазе реализации нашего проекта по строительству нового терминала, именно к практической его части, к реализации инфраструктурного компонента. Итоговая цена контракта составила порядка 4 миллиардов 700 миллионов рублей. Подрядчику предстоит с нуля возвести трехэтажный пассажирский терминал площадью 29 тысяч 700 квадратных метров недалеко от старого аэропорта Большое Савино. Также благоустроить прилегающую территорию. Строительство нового аэровокзального комплекса идет параллельно с реконструкцией главной юго-западной артерии города – шоссе космонавтов. Таким образом, будет создан единый гостевой комплекс. Строительство международного аэропорта Пермь на личном контроле у губернатора края Виктора Басаргина. О необходимости строительства нового аэропорта долгие десятилетия ходили разговоры, но реальных шагов к развитию не было сделано, рассказывает депутат законодательного собрания края Николай Демкин. На моих глазах за последние 3 года от разговоров про аэропорт под руководством Виктора Федоровича мы перешли к действиям по строительству аэропорта. Это ворота в город. И вот, наконец, эти ворота, шоссе космонавтов, вот в частности, по дороге в город из аэропорта будет очень хорошее впечатление на тех, кто захочет с нами работать. На этом работа правительства не останавливается. В ходе личных встреч с президентом страны Владимиром Путиным губернатор края договорился о финансировании реконструкции мест стоянок, воздушных судов и рулежных дорожек аэродрома Перми в срок до 2017 года. Что же касается старого аэропорта, уже есть предложение приспособить его под региональные рейсы. Руслан Пепеляев, Тимофей Салов, телекомпания «Ветта».